следует. Но вот обычные для россиян так... Боевая граната, понятно? Давай, давай! Сначала спасаться в дымах от огня противника, затем наоборот работать из пулеметов по вражеской дымовой завесе. Положить россияне. От войск РХБЗ или попросту химиков сирийцы ждут совсем другого мастер-класса. Чтобы получился выстрел точный... Пыляет аэрозольное облако, воспламенение которого объемным взрывом выжигает до 80 квадратных метров площади. Прицельная дальность около 600 метров, но попасть не так-то просто.